И всем привет, ребята, с вами Локси, и сегодня я вместе с вами продолжу играть в Portal 2. Так, заходим в одиночную игру, загружаем игру. В последней части мы остановились на главе 7. Там какое-то на В название, я не помню. Вот, мы остановились на 7 главе, и... У нас, короче, мы нашли картофелину Гладос. Вот, кто не смотрел, там в конце мы ее нашли, и все. Прошлый выпуск был очень длинным, я знаю, потому что у меня видео было 1:19, и я его еле-еле как обрезал. Там я очень много всяких, ну, странных тупых моментов обрезал. В общем, вот у нас тут картофелина. И мы идем проходить испытания за 60 баксов. Угу. У нас теперь есть красный гель. Возможно, он скользящий. А, да. Красный гель, он скользящий. Он для скольжения, я так понимаю. Да. Так, ну все, это легко, только нам нужно где-то взять куб. Наверное, он будет... Да, все. Так, стрелка нам показывает сюда. Ага. Тут нам тоже нужно... сейчас мы туда телепортируемся. Теперь нам нужно вот снова туда. Ова. Синий. Да! Да, есть! Вот это я хотел сделать. Бежим! Найс. Так. Дверка. Ага. Вот так. Ага. Теперь мы летим туда. Да, так и надо было делать. Вы просто понимаете? Просто. Вы понимаете, какие они гении? Смотрите. Вот так. И... Теперь идем сюда. Вот так вот. И летим в этот портал. И вот так нажимаем. Понимаете? Ясно. Эмоциональный всплеск. Требует больше 1,6 вольта. Теперь мы это знаем. Нужно расслабиться. Мы все равно узнаем, что за ересь тут творится. Но спокойно. Так. Она не в сознании. Она в сознании, точнее. Вот. А, понял. У нас здесь... Нам нужно, короче, туда. Так. Бубльгум. Ой. То есть, блин, это было настолько просто. Смотрите, вот так. И активируем. Ой, что это было? Вот, он разбрызгивается сюда. Теперь мы ставим сюда желтый, сюда синий. Блин. Вот. И теперь... Вот все элементарно, просто вот так хова и все. Нет, нифига не элементарно. Так, вот так и летим. Мы, в принципе... Да, мы можем вот сюда телепортироваться. И уже отсюда... Вот так. Теперь идем сюда. Ставим сюда желтый, точнее синий. Летим и... Вот так. Астронавт, герой войны и... Или олимпиец. С вашей помощью мы изменим...
Эй, вы там, слушайте? Эта да. штука называется лифт, а не туалет. В смысле? Клянусь, я его знаю. Чё она сказала? Клянусь, я его знаю. О, я, как я вам говорил, новая заставка. Просто апертурия. Если хотите получить еще 60 баксов, позовите одного из лаборантов и сообщите ему об этом. Вы можете выйти отсюда со 120 долларами, если дадите разобрать себя на части, вставить несколько штуковин, а затем собрать заново. Будете как новенький. Без проблем. Так. Все, и теперь, походу, мы можем прыгнуть далеко. Да, все. Теперь мы можем допрыгнуть до этого кубика. Так, отлично. Опасно. Берем этот блок. Теперь, походу, нам нужно туда. Мы можем тэпнуться туда. Ну я хз, зачем? Вон там вот у нас ехит. Нам, походу, надо снова разогнаться и влететь сюда. Если я сам догадаюсь, и это будет реально верный ход, ну и в смысле, то я буду в шоке. Это правильно. Если вас заинтересовало мое предложение. Угу, если конечно. У вас есть личные вещи, заберите их с собой. Мы не хотим, чтобы старые газеты и костыли захламляли здание. Для многих из вас 60 долларов – это неслыханное богатство, поэтому не тратьте их все на... Карлайн, что покупают эти люди? Рваные шляпы, мусор? Угу. Очень было сложно. Гамма. Чуть не упал. Вовремя заметил. Так, вот. Кэролайн, Кэролайн, Кэролайн. Откуда я знаю эту женщину? Я убил ее. Или... О, боже. Слушай, ты отлично справляешься. Можешь пока поработать одна. Мне надо подумать. Стоп. Я вот тут сам подумал. А вдруг Кэролайн это я? У меня такой вопрос. А, тут же можно было пройти. Ну ладно. Так, рычажки. Контрол. Гель прессуя, гель прессуя. Окей, пропрессуем все гели. Угу. Не зря я туда портал поставил. Что за дичь? Что происходит? Хелп. Зачем мне это сделал? А ведь все было не... Ну просто настолько это было просто. Ну просто... Я не понимаю. Почему я такой тупой? Угу. Так, сейчас надо тайминг поймать. Все, дальше. А, наверное, птицу надо... Наверное, птицу зовут Кэролайн. Ага, думай. Блин, сама подумай. А, ведь все было так просто. Блин, телефон. Там даже пометка есть. Так. А, нет, 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 надо вот отсюда. Именно отсюда. Вот так. Добро пожаловать в центр развития. С тех пор, как участие в испытаниях стало обязательным для всех работников, качество испытуемых значительно повысилось. Однако возросла текучесть кадров. Возможно,
Возможно, вы слышали, что мы планируем постепенно прекратить эксперименты над людьми. Впрочем, еще остались вещи, требующие доводки. Наши счетоводы утверждали, что мы не можем потратить даже 7 долларов на покупку камней. Не говоря уже о 70 миллионах, мы все равно их купили, измельчили их и изготовили гель. И знаете что? Измельченные лунные камни — это сильнейший яд. Я смертельно болен. Но кроме этого, мы выяснили, что они являются прекрасными проводниками порталов. Теперь мы хотим узнать, можно ли вывести яд из системы кровообращения человека, путешествуя через порталы. Если же не одаривает вас лимонами, делайте лимонад. Давайте будем оптимистами и займемся наукой. Ага, тут кнопка. Я видел. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Тут, кстати, мы уже апертуре лаборатории, если мы дошли до второй сферы. У нас нету здесь поля антиэкспроприации. А, оно само сбросилось. Вот это да. Нафига тогда надо было ставить все время ее. Так, ну мы уже почти добрались до выхода. А, да, понимаю, там еще третья сфера. И сейчас мы, походу, внутри вторую. Так, тут белый гель. Короче, мы можем просто этот вот сюда вот поставить желтый, допустим, портал. И вот, короче, везде вот здесь вот понаставить вот этих штук, чтобы они туда перелетали. Вот сюда вот мы должны поставить. Вот так, надо, чтобы он вот сюда попал. Вот так. Ага. Отлично. Теперь ставим, чтобы он попадал туда. Теперь отсюда он должен попадать туда. Вот так. Я походу понял, я даже не досмотрел до конца, что он там делает, что он пытается сделать. И в итоге вот то, что он реально пытался сделать, это нужно. И смотрите, мы ставим сюда, у нас падает туда гель. Мы ставим сюда, у нас падает гель сюда. Мы ставим сюда, у нас падает гель на стенку. Мы ставим сюда, у нас гель на стенке, гель на стенке, гель на стенке, гель на стенке, гель на стенке. И... наконец-то. Вот. Я даже не досмотрел, но я думаю, нам туда. И нам нужно отсюда, наверное, упасть. Ну, почти. Так. Аккуратненько есть. Так. И что нам это дало? Мы можем... И причем, понимаете, я сам понял. Так, теперь надо снова идти сюда. И вот сюда падать. Теперь ставить сюда. Разгоняться и падать. Ну есть. Ладно, я вот тут подумал. Если жизнь одаривает вас лимонами, не делайте лимонад. Заставьте жизнь забрать их обратно. Разозлитесь! Мне не нужны твои проклятые лимоны! Что мне с ними делать? Да, возьми лимоны. Требуйте встречи с менеджером, да, отвечающим за жизнь. Заставьте жизнь пожалеть о том дне, когда она решила одарить Кейва Джонсона лимонами. Вы знаете, кто я? Я тот, кто сожжет ваш дом. Я заставлю своих инженеров изобрести зажигательный лимон, чтобы спалить ваш дом дотла. Спалить дом дотла. Сжечь людей. Он выглядит то, о чем мы все думаем. Вопрос вот в чем. Если мы можем записать на компакт-диск музыку, почему мы не можем записать на диск информацию о личности и разуме человека? В общем, я прошу инженерам разобраться с этим. Так. Картирование головного мозга. Искусственный интеллект. Нам нужно было заняться этим 30 лет назад. Вот что я скажу. И запишите это на пленку, чтобы все выучили. Если я умру до того, как вы сможете впихнуть меня в компьютер, я хочу, чтобы моим преемником стала Кэролайн. Ну серьезно, не надо в этот лифт забираться. Мы потом сюда будем падать, я запомню. Короче, вот так, и отсюда. Вот нужно упасть сюда. И дальше, думаю, сам разберусь. Я вот досмотрел до этого момента. И подумал, ай, да ладно, сам разберусь. Но... кто бы сомневался, я не разберусь. Там что-то есть.
там что-то есть. Открылся он или нет? Нет. Это будет очень сложно. Тут надо столько действий за раз выполнить. Смотрите. Вот сюда. Теперь ставим сюда. Сюда. Отлично, успел. Теперь ставим сюда. Сюда. Да, с первого раза успел. Загрузка. Можно следующую главу? Я устал снимать. Ага, конечно. Так, я тут. Но зачем я тут? Я на крыше. Но зачем я на крыше? У меня есть две вещи. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая — это я знаю, как это пройти, потому что я посмотрел прохождение. Плохая — это то, что это не последнее испытание. Так. Да, идем. Так, и... Ух! И, понимаете, я начал проходить это правильно. То есть мне нужно было залезть на эту дебильную перилу, потом мне нужно было залезть сюда, но мне не получается сюда залезть. Ох! Так. Синий. Да. Ура. Так. Теперь нам нужно снова влететь туда. И там вот сейчас надо собраться. Потому что сейчас нужно будет делать дикие махинации. Так, смотрим сюда. Ну, не прямо совсем сейчас. Так, кэшем. Туда. Все, нос марку. А, нет. Нос марку. Че? Вот так-то можно сделать и все. Короче, мы должны упасть и прямо в портал. И вот так. Но это, конечно, не дикая махинация. Вот, что я вам говорил, еще одно испытание. Или, может быть, даже больше. Ну, то есть... То есть, блин. Короче... Вот так. Теперь ставим это сюда. Теперь можем ставить сюда желтый. Я так понимаю, теперь-то уже можно. Нет, еще нельзя. А, значит, синий. Вот, здесь надо было все залить. Теперь можно. Поехали. Блин, почти. Ухо, я сквозь текстурку пришел. Так. Тут у нас снова этот гель. Ай. У меня же глаза заслезились от этого. Как будто реально гель упал. Так. Я взобрался сюда. Ну а зачем? Тут у нас пекарня. Пекло. Вот так. О, все, я на трубе, отлично. Вот так. Теперь мы попадаем вот сюда. О. Ну понятно, здесь хитбокс не стали делать, потому что никто не думал, что я сюда залезу, но я сюда залез. Короче, есть тут такая дичь. Вон там вот.
она уже выше. И с нее... Да. А мы были вроде пониже, да? Хз. Мы вроде здесь и были. Вот. И чисто теоретически с нее мы уже вот 100% должны долететь. Да. У меня идея. Плакат. Погляди-ка на него немножко. Парадоксы. Искусственный интеллект перед ними не устоит. Я знаю, как нам его победить. Как? Я лучше сниму наушники, а то это слишком стрёмно. Так, у нас открывается дверь. Свет! Ой, какие-то стрёмные жуткие звуки. Свет! Трубы подсоединяются. Начинается тут какая-то дичь. Ой. Так, туда я не могу ничего поставить, может могу, но там портал сразу исчезает. Тем более отсюда я не могу никак с помощью портала выбиться. Угу. Мне туда? Внести меня к нему, я замкну все цепи в голове этого маленького идиота. Если я не буду слушать, что говорю, со мной не случится ничего. Угу. Так. Мы куда-то поднимаемся. Ага. Тут я не вижу ничего, поэтому я перепрыгну. Там какие-то... Это не самый безупречный план, как победить всемогущий искусственный интеллект, одержимый жаждой власти. Но это лучше, чем взорваться. Не намного, но лучше. Да. Старый комплекс. Старый апертурия лаборатория. Ура! Старый починенный комплекс. И думаю, здесь будет прям дикие частотка. Ура! Наконец-то нормальный комплекс, и мы едем теперь вверх. В общем, на таком прекрасном моменте мы будем заканчивать наше видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Локси. Ждите новых видео, ждите новых прохождений. Всем удачи и всем пока!